Встать! Так вот что, если мы не хотим снова за решетку, если хотим до шлема добраться, с сегодняшнего дня все склоки прекратить. Не играть, не пить, не воровать без меня. Жаргон и клички отставить. Обращаться друг к другу только по именам, даже тогда, когда мы одни. Тебя как зовут? Гаврила Петрович. Тебя? Федя. Тебя? Али-Баба. Я же сказал, клички отставить. Это фамилии, а имя Василий Али-Бабаевич, Вася. Хорошо. Как верблюда. Меня будете называть Евгений Александр Александрович. Ясно? Я спрашиваю. Ясно? Да ясно. Ясно. Сесть. Как стемнеет, кассу будем брать. И он пойдет. Все. Так он же на этом скачке расколется, редиска. При первом же шухере. А ну-ка, пойди сюда, Федя. Сядь. Возьми бумагу. Пиши. Редиска. Поставь тире. Нехороший человек. Раскалываться, это значит предавать, сознаваться. Мягкий знак поставь. Шухер, тире, опасность. Скачок, тире, ограбление. Записал? Да. А теперь, Федя, скажи Васе, все, что ты ему сказал раньше, нормально, на гражданском языке. Этот нехороший человек предаст нас при первой опасности.